В литературном музее имени Константина Иванова открылась выставка работ известного чувашского художника Владимира Галошева. Чувашские мифы, сказки, легенды. Узнавала тайны древней мифологии наша съемочная группа. История язычества в Чувашии многогранна и интересна. Вот уже много лет вокруг нее ведутся споры. Кто-то считает, что в мифологии было лишь одно главное божество, а все остальные ему подчинялись. А кто-то верит в многобожие. С древней мифологией связано огромное количество легенд и сказок. Художник Владимир Галошев в своих картинах постарался отобразить древнюю веру Чувашии и передать ее нынешнему поколению. Свои корни, свои истоки нужно помнить обязательно. Именно сохраняя свои корни, мы сохранимся, мы сами собой останемся. А вот потерявшееся поколение, говорят, да, потерянное поколение, вот чтобы этого не случилось, мы обязательно в своем мире, в своей культуре должны жить и развиваться. Эти картины создавались на протяжении многих лет. Коллекция постоянно пополнялась новыми сюжетами. Художник признается, картины писались легко, вдохновение черпал из древних сказаний. Сейчас в экспозиции около 30 работ. Подобные выставки проходят часто. Уже 2 года литературный музей сотрудничает с Союзом художников Чувашии. Мы хотим на этой выставке провести уроки игры, а также тематические экскурсии и лекции. Решили провести даже мастер-классы из соленого теста по чувашским легендам и сказкам. Познакомиться с верованиями древних чуваши, открыть для себя что-то новое сможет любой желающий. Картины будут экспонироваться в музее в течение месяца. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаметов, Республика.